Здравствуйте, меня зовут Александр Коломошнов, и сегодня я вам расскажу о таком базовом элементе, как передняя сальто. Первым шагом к переднему сальто будет кувырок вперед. Кувырок начинается из положения в приседе и заканчивается в положении в приседе. Нужно перекинуть корпус, помогая себе руками, на лопатки и перевернуться на спине снова на корточки. Особенности правильного кувырка заключаются в том, что надо держать подбородок близко к груди, чтобы была плотнее группировка. И после того, как вы приземлились на лопатки, что нужно сделать как можно мягче, вы должны взять группировку. Чем ближе к ступням и чем колени ближе к плечам, тем лучше. Вторым шагом при изучении переднего сальто будет кувырок без рук. Его желательно выполнять на что-либо мягкое, в данном случае это маты. Можете дома, на кровать, на диске. Опять же, положение в приседе, руки параллельно полу. И отсюда вы замахиваете и прижимаете подбородок к груди, чтобы не упасть на лицо, на лоб и не повредить себе шею. Приземление будет считаться удачным, если вы приземлитесь в районе почек или хотя бы на лопатке. Естественно, такой кувырок не может быть инерциальным, и это просто падение, чтобы научить вас чувствовать себя в воздухе хоть как-то. Самая главная часть вашего сальто заключается в группировке. Группировка, как я уже упоминал, должна быть как можно ближе ладонями к стопам и коленями к плечам. При этом образуется наименьшее сопротивление воздуха, и вы быстрее крутитесь, и сальто смотрится эффектнее, чем с какой-либо корявой группировкой. Вот такой вот, еще какой-либо, там у многих по-разному получается. Стоит именно тренировать группировку кувырками, это проще всего, ну, качать пресс, шею, чтобы подтягивать ее в груди. Следующий этап будет схожим с предыдущим, но теперь вы стоите и замах выполняете такую тему, как замах руками. Замах руками делается слегка согнутого состояния, потом руки развиваются и приносятся к рукам, взяв группировку. И при шаге номер 3, который мы сейчас проходим, выполняется больше прыжок, чем в шаге 2. Естественно, должно получиться либо на попу, либо на пятки, в лучшем случае. Итак, еще раз. Вы готовитесь, закидываете слегка руки в этот момент, подгибаете колени, выпрямляете руки, выпрямляете ноги и берете. Вот так вот. Сейчас я расскажу вам чуть подробнее о замахе руками, который выполняется при переднем сальте, потому что в нем встречается большинство ошибок. Не нужно закидывать руки слишком далеко за голову. При этом теряется инерция. Потом из-за того, что требуется больше времени, чтобы вытащить их оттуда. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some need. To the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game.
places. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous, selling clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Надеюсь, мой урок поможет вам в изучении такого базового, простого элемента, как передняя сальто. Вам потребуется всего пара дней при большом желании и трудолюбии. Удачи, пока-пока.